Она молода и игрива, он серьезен и невозмутим. Белый лев и африканская красавица палевого окраса. 11-летний Ярос держится, как и полагается, по-царски. Двухгодовалая Сима в душе еще котенок. С удовольствием отдается забавам и играм, не робеет и перед избранником. Он поставил ее на место, что он все-таки здесь, он здесь хозяин, а не она. Она это все поняла, умная. Вот. И когда мы выпустили на улицу, в общем-то, уже он даже не злился на нее. Они просто гуляют, так вот бывает, сами по себе. И он относится к ней, как, скажем так, к ребенку еще. Она хочет с ним заигрывать, поиграть хочет. И он относится, в общем-то, к ней, как к ребенку. Знаете, вот укусить вроде не укусишь. И надоело вроде со своими игрушками. Развлечений у Симы достаточно. Любит и конус погонять, и елку потрепать, да и просто в снегу поваляться. Кушает с аппетитом по 6-8 кило мяса в день. Сама весит около центнера. Просторный вольер, теплое помещение, комфорт и безопасность решили вопрос проживания Симы в пользу ярославского зоопарка. Львица попала тоже к нам не случайно, были конкуренты. Но наши условия содержания животных, предоставлением достаточно большого вольера с обогащением средой и обеспечением благополучия этих животных, позволило нам получить и соединить, и создать вот эту пару. Сейчас мы будем наблюдать о том, как это любовь будет происходить. Это будет целая история еще. За историей Симы и Яроса будем наблюдать и мы. Любовь впереди. А пока она радуется новому дому, началу белой полосы в ее жизни и белому красавцу льву. Он, похоже, тоже счастлив, ведь одиночество теперь позади. Ксения Старцева, Сергей Мазилов. День в событиях.